На заключение скажу, отлично позанимались они, отлично, прям скоростные такие. Снежана у нас красотка, всех накормит. Боже, другое поставила в духовку. Что-то как-то странно, ходит малышка. Блин. Обезвожен. И что-то синяя. Ее вытягивали. Она все не кушает. Чуть подождем, посмотрим. Ну, клещ его кусить не мог. Киара ночью, мне кажется, не огрызалась. Ни воды, ни покушать. Подписчики у нас говорят в телеге, что возможно такая реакция у щенка на глистогонку, но я давал ее вчера утром. Было все хорошо до вот сегодняшнего. В обед, утром она хорошо прям поела, как обычно, прям так, с запасиком мяса. Слабенькая, слабенькая. У нее кукольная морда, это нездоровый знак. У нее мордочка как у той терьера. Ну, короче, сейчас энтеросгель дам, попробую. Пишет энтеросгель. Сейчас попробую дать энтеросгель, но лучше, честно, мое мнение, лучше бы я его усыпил, когда она еще меньше была, чтобы не мучилась. А так сейчас и мелких таких не лечат, то, говорит, всех лечат. Не знаю, не хочется ее мучить. Так, кобели уже сходят с ума. Спайк уже орёт на кобелей. Видимо, она Муси подставляется. А Спайк уже все с ума сходит. Завтра можно Кимку уже раззать. Кстати, что ты с ума сходишь? Тихо! Фу, блин, я сам испугался. Все, давай. Ким, кстати, у меня есть мысль. Кимка, давай, Валер, Ким. Кими, Валер. Колобок. Колобок, Валер. У меня есть мысля, как загородить друг от друга их Валеры, чтобы можно было открывать-закрывать. Колобок, давай, 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 давай. Малыш Чарли, давай, Валер. Валер Чарли, давай. Молодец, молодец. У тебя три ухажера. Ой, два ухажера. Я, значит, это... Малой энтеросгель дал малышке. Хочу ролеты. Вот эти вот есть, что закрывается? Вот, но это огромный, точно не подойдет. Так, а кто у нас последний гулял? Подожди. Давайте этих. Так, мне надо вот я вплоть до того готов заказать эти вот эти вот. Чтобы спускались, поднимались. Пофиг, самые дешевые, лишь бы спускались, поднимались. Это будет самое лучшее решение. Вот, вот одна уже точно подойдет. Она небольшая, вот она. А те большие. Вот отсюда надо бы снять, сейчас померю. Ребята, пойдем волков отпустим, да? Да ты что? Пойдемте погулять. Так, никого не отпускаю. Без лишнего шумогама. Пусть волки побегают от души. Вот сейчас набегаете, напрыгаете. Не снесите. Тайра уже кабань. Тише, 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 тише. Все, идите территорию патрулируйте.
Тут Айра глаза потекшие. Называется, мясом надо кормить уже, да? Хочу посчитать, сколько убрись головная. Если по 150 брать, она уже дороже, но найду, допустим, по 150. Сколько. Кстати, вот я общался, питбулю сказали, грамм 300 красного мяса. Сердце очень полезно для собаки. Ну там, немножко сердца и корма, может. Дядь, привет, привет. Пришла поздороваться. Привет. А что у тебя глазки потекшие? Может, переела или что-то не то съела. Смотрите, как интересно травка растет. Вроде этот проходил трактор. Вот здесь чисто земля была. Но хорошая земля быстро растет. Это не глина, это именно такой черноземчик. Перегной, не перегной. Вот тут вообще срезали. Вот тут вообще прям срезали, а растет. Ну, отлично. Грязь месить не хочется. Ну, на следующий год я все-таки в этом году добью, что хочу, сюда землю завезу, разровняю финишную. Да, 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 давай, давай, сладко. Да, давай. Все, любите, любите, надо вас. Глистогонит, причем всех. А это нормально денег выйдет. А надо уже. Причем всех. 13 голов. В среднем одна глистогонка стоит. Рублей. Если брать недорогу, рублей 300. Если по 300, да? Ну, 1400, условно, да? Ну, обычно 5000 где-то выходит. Дё, ты любишь меня, ты меня скучали и любили. Вы меня любили и скучали. Афинка небольшая растет. Так, у меня там мясо есть, пойду вытащу, да, мясо сегодня. Так, мясо последнее в холодильнике. Вы хотите зайти, потом что может произойти? Так, Киара будет малышку защищать. Тебя одного? Нет, тогда все... Нет, Яврик, нет, тогда нет. Тогда все захотят, нет. Ну. Там Киара с малышкой, если могут задраться. Начну задираться, начну останавливать, а Яврик что меня покусает. Поэтому особо не хочется. Но я хочу запустить. Так, сейчас я подумаю, что сделать. Пусть прогуляются, на 100 лет они тут не были. Например, Киарку мы можем закрыть. А куда ее закрыть? Так. Может, подойдет сюда. А, она будет щенка защищать. Хотел сказать, Киара не будет ничего делать, но... Так. Эти нормально почти по одному все, не задерутся. Сейчас я кое-что быстро сделаю. Так, вот так сделали. Давайте, чтобы чуть-чуть дудка дышала, приоткроем. Так, где наш? Так, вот приоткрыли. Пойдемте. Так, у нас что? Спайк может быть злой, закинул. Хочу отпустить, жалко мне. Пусть зайдут, вроде все падают. Так, если со спайком начнут, возьму дубинку, а Яврика придется отхерачить. Ну, аккуратненько. Ну, луна не должна на меня напасть. Итак, сейчас мы увидим... Такое воссоединение стаи опасно, блин, если бы еще не сука течно. Просто мне хочется малышку уже, Тайру, Софины, потихоньку сюда. Они уже повзрослели, не так боятся. Понимаете? Идите, идите. Тише, тише. Спокойно. Смотрите, а то сейчас вылетите обратно быстро. Будете газовать.
А Яврик, угомонись, говорю. Вылетишь быстро сейчас. Молодцы. Молодцы. Давно не виделись. Молодцы. А Яврик? А Яврик? А Яврик? А Яврик? О, шлангом испугаем, да? Молодцы. Все. 10 минут у вас есть. Погуляйте. Интерита уже мы не боимся. Уже след просто интерит. Так, Тайра, чуть-чуть. Ой, я давно не видел их здесь, честно, соскучился. Короче, я вот сейчас не представляю, как в одном дворе еще и кошка жила. Как они вообще не сожрали их давным-давно. Как вообще это все жить? Вот сейчас удивляешься очень сильно, что как ты мог вообще? Как я мог вообще отпустить их в лес одних? Вот всему, да, вот приходит какое-то со временем объяснение, что, блин, вот так, как это вообще могло произойти? Я скучали. Все, теперь вас, девочек, будем запускать, будете играть с питбулями, я вам разрешаю. А там Киара, вот Киара сама главная. Потому что у нее малышка, она будет защищать по-любому. Как-то надо мне контакт с ними быстрее социализировать получше. Да, Тайрочка? А просто боится. А мне надо, чтобы они не боялись. А, вот тут нельзя, нельзя. Угомонились, говорю. Колобок, слышишь? Видите, как на Киме среагировал? А у Киары щенок там вообще быстро. Сразу. Нельзя. Нельзя. Эй, тише. Угомонились. Нельзя. А, на щенка. Луна хочет щенка посмотреть. О, давайте кинем. Вот зашла, молодец. Нельзя, нельзя. Нет. Нельзя. Нет. Кими, иди, иди к себе, быстро к себе. Вот так, вот так. Все, тихо. Луна, ты чё? Луна, нельзя, малышка. Нельзя, Луна, попробуй. Нельзя. Нельзя, нельзя, все, тихо. Нельзя, нельзя, нельзя. Уйди. Уйди, говорю. А я думаю, чё они, оказывается, за щенка им больше... Колобок, тише, уши заложила, колобок, все. Яврик Спайка любит, хвостом машет, давно не виделись. Офигеть. Тайра боится. Ну все, 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 не газуй. Не газуй, не газуй. А Яврик, отстань. Там игрушка, нельзя, нельзя. Муса, иди, Муска, иди к себе, Муска. Возьми игрушку, возьми. Давай, иди к себе. К себе, иди к себе, быстро. Давай, давай, к себе. Давай. Молодец, отдыхай. Все, хочу, чтобы они полазили. Чуть, знаете, вот вспомнили, раз запустил. Дети мои, сегодня. Сегодня. Смотрите, Тайра более осторожная, потому что Афинка была с людьми. Привыкла уже, помнит эти все мои. О, у меня есть перепелени. Кстати, мясо, мясо. Где? Красавица? Афиночка? Где? Привет! Афинка все-таки социализация повлияла хорошо на меня. Но до сих пор вот чуть-чуть долго восстанавливается. Ну ладно, 9 дней не кушала, моя девочка. Еще такая нежненькая как будто. Че, уголек хочешь поесть? Так, я хочу Тайру сейчас словить, чтобы она это... Мне надо ватным диском протереть ей глаза. Это не могу я на нее так смотреть. А, даже салфеткой протрем. Нормально. Надо бы здесь так ходить в туалет. Ноги. Как минимум Луна у нас не болела. Интеритом. О, нашла Тайрочка. И побежала. Итак. Тайра, там делать нечего. Ой, ой, трется. Это пахучка от машины. Мне ее подарит и побежит.
Кому ты нужна? Давайте, волки, гуляйте. А. Луна нюхает, но без агрессии. Щенок прям прижал. Все, все, тихо. Молодец. Все, колобок, они не трогают. Малыш испугался. Все, колобок, тихо. Твой, твой ребенок. Твой ребенок, все, никто тебе. Кара уже за нычку взяла. Так. А сколько они? Месяца два, наверное, сюда не заходили, бедолаги. Жалко все равно. Они у меня-то привыкли в стаи вырасти. Нет, ему есть. Эти лащицы, но чуть-чуть боится все равно. Ой, ой, ой. Тайру надо мне словить, это на две руки. Сейчас попробуем сделать. На. Молодцы. Молодцы. Тайра. Тайра. Молодцы. Ну стой, Тайра, стой. Там Луна подошла. Мне очень важно, как она к чему-то. Не, она уже виляет хвостом. Она-то помнит, я приводил, помните, щенков? Она это помнит, поэтому я уже вижу, она уже виляет хвостом, уже нормально. Тем более щенок близко к решеткам был. Все, не злите Спайка. Он тут жених номер один, всякий ему подкатывает. Тайра думает, чё бы свистнуть, чё? Сейчас так сделаю. Тайра! Тайра, как они здесь, ребят, раньше жили, я не знаю, чё. Аж как-то дико всё, и страшно дико. Тайра! Иди, мой, иди. Тайра! Любопытно, они же должны знать, кто новенький в стае. Щенок, надо же все узнать. А я хочу посмотреть. Ну, видите, она виляет хвостом. Странно, да? Луна пыталась, как будто атаковала. Все. Вы не балуйтесь, колбок вас поломает нахрен. Луна уже искупалась. Луна, они очень волки наглые, они хотят. А малой испугался, закрылся. Смотрите, как она ногу подняла, задрала. Афина дикая чуть, я хочу с ними гулять. Поводок и пошел гулять по хутору. По одному желать. Просто молодец. Тайра. Тайра. Тянь. Ну все, стой, стой, подожди. Стой, дай тебе. Нельзя. Нельзя, Афина, нельзя. Ну подожди, не стой. Нельзя, Афина, нельзя. Я тебя укушу, я тебя укушу. Стой. Стой, говорю, стой. Ну стой, говорю. Стой. Не на глазки. Стой, говорю. Стой. Ну стой, говорю, ну уж. На сало, на меня, на как. Волки. Стой, говорю. А ну нельзя. Так что? Нельзя. Стой, стой. Стой, говорю. Нельзя. Так, а яврик! Стой, говорю, стой. Стой, говорю. Ну стой, говорю.
Стой, говорю. Тайра, нельзя. Стой, говорю. Вот и все, красотка. Маленький старый, иди, иди. Маленький. Обоссали, не обоссали. Все, молодцы. Афинка стелится перед музыкой. Скоро и девочки потекут, надо их тоже уже. Хотя луна поздно, да, потекла место здесь. Все, Тайра думает, хватит с меня, я выхожу. И все за ним. Да, волки. Все. Взяла эту игрушку, пошла. Да, потом вот эта вся игрушка будет у тебя, не знаю, в желудке. Малой вышел. Луна как-то странно, знаете. Малой идет, она раз, так, на него пошла. Так, мусор не расфигачьте меня. Молодцы! Афинка молодец. Тайра молодец. Ай, умнички мои. Все хорошо, ребят. Главное в любом деле дисциплина и режим. Встал, расписание. В 6 подъем. В 7 занятия уже с собаками. До 9, допустим, лето, да, жарко. Даже, ну, в 7, потому что люди спят. Все с 7 до 9 занятия с собаками. Допустим, 2. Режим. Тогда и на себя время будет, и на свои. Что это? Что там? Доска гниет, подшивает. Подшивать надо. Доска уже гниет, блин. Что за хрень вообще? Блин? А тут денег подшить нормально все равно надо. Зову ребят, говорю, придите, померите, скажите, что сколько купить, надо подшивать. Доска гниет там, где воду видит. Новая доска. Это не шутки. Не шутки, это когда, знаете, денег нет, и ты строишься вот это из последних сил. И вот так бывает. Хрен пойми, что. Денег нет на то, на это нельзя. Мясо. Так, я пойду мясо возьму. И начну потихонечку волкам давать и закрывать их. Ребят, что-то словили, ловят что-то. Или мышку. А яврик по... А, Афинка полетел. Скрылись с места преступления. Ты травы сколько сейчас макаешь. Траву так прыгала, луна прикольно. Пошли. Идем кормить волков. Как это вы ничего не разнесли, а? Ну, прям браво. Неси. Подождите, уйдите. Нельзя. Уйди. Воровщица, мы тебя знаем, цыганка черненькая. Корень выкопал. Вы что, картошку копали? Я не понимаю. Пойдем. Тише, тише. Тише, сзади там. Не прессуйте. Все, с этого дня вы на мясе. Обещаю. Но буду корм тоже нет-нет подкидывать. Тише. И будете у меня тоже в громовке. Просто знаете, что плохо? Что это козявка ест, а яврик потом все им отрыгивает. Вот как мне их кормить, чтобы каждый съел, сколько ему надо было. Вот в чем вопрос. Сейчас воду им еще. Сегодня влог про волков. Про наших красавчиков. Так. Сегодня им побольше целое ведро. Там в 2-3 раза больше на каждом. Пусть пойдет, хорошечко. Так, молодежь, сюда проходим, вся. Можете угощаться, кушать, кушать. О, мне главное, чтобы я выбрал. Сейчас я...
меня вот это. Тише, нельзя. А как я буду брать? Тише. Води. Нельзя. 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 Теперь я очкую. Давай, Луна, бери, уходи. Молюсь. Молюсь, мою Люди. А я вдруг уже напрягается. Понимаешь, что сейчас борьба за мясо пойдет. Тише. Я не. А я говорю, я тебя люблю, все хорошо. Он уже сторожит мясо, понимаете? Кстати, он сегодня не злой, да? Луна, бери мясо и уходи. Быстро. Молодец. Луна, бери мясо, уходи. Молодец, все, уходи. А я говорю, бери мясо, уходи, малыш, давай. Давай, Яврик, возьми мясо и уходи. Молодец. Бери. Возьми мясо и уходи. Яврик. Возьми мясо, Яврик. Давай, и уходи быстро. Возьми мясо. Кушай. Яврик, возьми мясо. Кусочек возьми. А Яврик, возьми мясо и уходи. Молодец. Молодец. Возьми мясо и уходи. Молодец. Возьми мясо и иди. Иди, Яврик, иди. Нет, а Яврик, это много уже. Все, молодец, все. Все. Ну давай, всем вытащим. Молодец. На, Лун, Афина. Нельзя, Яврик, подожди. А Яврик, подожди. На, кушай. На, кушай. Молодец, молодец, мой лёдец, мой красавчик, Яврик. Тебе я лёдец. Молодец. Там прошла залысина, в передние лапы пошли. Правая. Ну что ж ты делаешь? Так, девочки. Так, вам по два. Нельзя, тихо, нельзя, может, нельзя. Это тоже луна. Молодец, мою лёгкость. Тише, тихо. Сильно не быкуй мне, ты меня тоже знаешь, смотри, выведешь меня, да? Трындец тебе будет. Нет, у тебя два куска, давай ешь свое. Молодец. Нельзя, угомонь. Молодец мой, я хочу поговорить. Эти мои люди, молодец. Эти мои красавчика, я. Молодец, а я. Эти мои радости. Молодец, молодец. Ладно, не буду его трогать, не пошел. Пусть кушает спокойно. Ну, сейчас он нормально. Сейчас мне воды надо набрать. Туземцев. Да, бля, неправильно поставил прогнать. Вот такая у нас ассистенция. Сейчас мы прогоняем сюда. Под плиту. И ничего не пачкаем, понимаешь? Саму плиту не пачкаем, аккуратненько прогоняем. Так, я не буду провоцировать, не надейтесь на меня. Мне это не надо. Мне жизнь дорога. Раньше вот так брал, спокойно подходил к Яврику. Эти мои лёд. Молодец, кушай. Кушай, 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 кушай. Молодец, кушай. Ну и сейчас это сделали, молодец. Раньше он вообще не рычал. Пошел нахрен. Козел вообще. Ублюдок. Я не дружу с тобой. Обиделся я. Голову тебе проломлю, будешь потом знать. Раньше не рычал. Тут рычит мне. Да, Яврик? Так ты, да, со мной? Все понятно. Ты предатель. Пошел нафиг. Нахрен. Они поменялись местами. Они только вот с этой ведра пьют. Представляете? Мои культурные волки. Это трава, да? Как облако стало резко. Это я понимаю. Афина, что съела? Ничего. У тебя два куска должно было быть. Значит, Тайра там припрятала второй кусок. По два куска. Ничего, Яврик все равно поделится. Он ради них рычит. Ему кормить надо щенят, поэтому он и рычит, и стал агрессивным к еде, потому что он их кормит, он папаша молодец. Хотите прикольно услышать звук?
Кажется, шмакозявка проснулась. И кушать, по-моему, хочет. Видите как? Ну, готово. Или она, блин, переела? Энтеросгель дал. Буду по чуть кормить. Ребят, все покормил. Так, половину своей. Яру, кто думает, что мне ее не жалко? Вы, честно, вы ошибаетесь. Каких не жалеть этих малышек? Не любить. Сейчас глазик еще сделаю.